нам не нужно. Не хотел. Ставим сразу? Или нет, бачка? Потихоньку опускаем. Бачка, восток, где у нас? Чё? Нет, как это? Развернем, да? Лучше сразу, туда же? Вверх, на себя, чуть-чуть, так? Еще вверх. Сюда. Сейчас все развернем. Бачка. А там маловато ям? Да нет, да. Мелкая. Лез под деревья. Сними, как они лез под деревьями. Я знаю. Это отца Андрея телефон. Не надо залазить. Валер, не надо, сейчас мы ее поставим. Как у Крома не надо ее поставить. Поклоняемся. Не надо, они могут Так, а что ж, надо лопатки принести, да? Лопатки нету. Thank you.
Мы со всеми прихожанами других храмов, у нас был человек, наверное, 30, немножко побольше, несли крест. И с такой любовью. Нам было так хорошо, так весело. Мы шли с песнопениями, благодарили Господа за все, что Господь нес один крест, а нас 30 человек. Но мы с такой любовью ушли, и мы благодарим Господа, и, что нам довелось понести этот крест. Он нам запомнился на всю жизнь нашу. Господи, благодарим Тебя за все, Господи. Братья и сестры, с праздником Вознесения Чеснага, Животворящего Креста Господня. Вы сегодня все были на храме, да, на Божественной литургии, помолились. Кто-то причащался, конечно, лучше причащаться всем на такие великие праздники большие. Это очень было бы отрадно, и тогда мы чувствовали в себе какое-то единение. Как нас Христос объединяет, да? Вокруг чего? Чаши своей, да? С телом и кровью своей. Вот мы вокруг нее именно соединяемся. Когда причащаются 15 человек, остальные 150 стоят, не причащаются, мы сами себя от Христа отделяем, так же? Да. Ну вот так, поэтому надо подходить, исповедоваться, стесняться не надо, бояться не надо, потому что кто нам это стеснение нам подсказывает и боязнь? Кто подсказывает, да? Тот, кто не хочет, что мы с вами что причащались. А кто не хочет? Мы понимаем, кто не хочет, да? Вот. Значит, если мы этого не делаем, не причащаемся, кого мы слушаем? Его слушаем. А кого мы должны слушать? Господа. Вот вам ответ на наш вопрос. Вот. Ну вот, сегодня у нас еще особенный день. Я благодарю клириков Покровского храма и Иерея Лина Жусана, который помог тоже тогда, да, отец Андрей? Да. Да, вот и клириков храма Покрова Пресвятой Богородицы, кафедрального собора нашего, и прихожан, которые тогда собрались и принесли вот этот крест большой, видите, да, который здесь стоит сейчас на этом месте. Вот и смотрят на наш город Урюпинск, на наш Покровский кафедральный собор, где и находится икона Божией Матери. Вот идея у нас это возникла. Вот, этот крест лежал долго на территории Покровского собора, когда вдруг что-то думаю, а что же здесь лежит-то? Давайте что-то с ним делать. Вот слава Богу, что пришла мысль его поставить здесь, на Святых Горах. Я благодарю Андрея Германовича, который этот очень много труда затратил, чтобы вот сделать такой его красивым этот крест. Андрей Германович. Вот. И благодарю тех людей, которые откликнулись на призыв именно духовенства Покровского собора и пришли, и они пешком несли этот крест. Да? Вот. Он тяжелый, около 100 килограмм где-то. Вот и люди несли, сначала испугались. Вот, ну вот, слава Богу, что потом этот испуг прошел, и оказывается, вот так и принесли его сюда. Это, я думаю, дорогого стоит. Спасибо, Господи, я благодарю всех вас за это вот такой, я не побоюсь сказать, это подвиг, да, особенно для людей, которые уже в возрасте, пожилых людей, а в основном были такие. И несли вот эти немощные, больные, да, вот такие, не сильные мира сего, не физически, не, как говорится, не материально, вот, богатые, а вот несли вот такие вот больные, хромые, не очень здоровые, не очень молодые. Вот они его сюда принесли. Спасибо вас, Господи, дорогие мои. И рад, что здесь, на Святых Горах, где был обретен образ нашей иконы Божией Матери, Урюпинской, Явленной, как она еще называется, да, мы наконец-то вот принесли сюда и это место утвердим. Да. Этот год для нас особенный, потому что помните, как несколько лет назад вот источник в наш иссяк, да, и мы все эти годы молились очень, да, усердно. Я тоже благодарю всех и священников, которые откликнулись на это, и прихожан, которые приходят сюда с ранней весны, когда можно сюда прийти до поздней осени, приходят по воскресным дням, вечерами и совершают молебен.
акафист, молебен Пресвятой Богородице и иконы Божией Матери Рюпинской. И тех людей, которые в Покровском соборе каждый день читают акафист. Да? Вот. И мы все этого желали, чтобы чудо это совершилось. И чудо произошло. Вот. Верили мы, не верили, оказалось, мы поверили, что чудо произошло. Вот. Поэтому милость нам Божия такой Царица Небесная, не по нашим заслугам, а потому, что видит, как нам это с вами, небольшому числу, все-таки это очень-очень необходимо. Да? И утверждение веры в нас и в наших близких, и здесь, в живущих в округе людей. Да? Вот для этого было это чудо, и Матерь Божия нам сотворила. А сейчас мы вместе с вами помолимся и освятим этот крест, который вы, наверное, здесь находящиеся, принесли сюда, и все сегодня собрались в этот день, воздвижены честнаго и животворящего креста Преподобни Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истину, и не отвержется и я, от подочрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мои, сведения моя сия, им же научу я и сынови их до века сядут на престоле, где вселюсь я к изволих и лови Твоего благословляя благословение, дал и си боящимся Тебе знамение, ежу бежать от лица лука, якуда избавиться возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей, услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, возрадуйся и разделю сети, мою доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манаси, и Ефрем, крепость главы моя, Иуда, царь мой великий. Мой есть Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и Ты послушаешь их. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, Аминь. Сына Твоего, и вместо древа прислушания Его же вкусом все лукавы змеи, праотцы наша, и с ними весь род человеческий, из рая изгна, и в смерть привлече знамени оного живоносного креста, на нем же возлюбленный Твой Сын пригвожден, быв умре, и смертью мертви, и всю силу дьяволя упразни, и живот миру дрова, церкви своей оружие непобедимое, освящение же покров державен и вере утвержден. И утверждение от всех дьявольских козней избаву, и крепкое спасение упование и живота получение непостыдной надежды даровал Иси. Тем же мы раби Твои, толикие благодати Твоя ту несподобшися, благодарни сущи славы и благодарение, смиренное поклонение приносим Твоему величеству и молимся умильно, якуда милостивно поизреши на знамени се крестное, ежеверние раби Твои от усердия и твердой веры и любви, еже к Тебе сооружиша в знамени победы Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, свободы же и избавления нашего, и не спасли на ней небесное Твое благословение, и благослови, и освети, и исполни силой благословения оного древа, на нем же пригвожденно быть пресвятое тело Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Твоего, им же силы дьяволя попрася, и земные свободу лучихам, и живота сподобихамся, ей молим Тебя, Владыка, во всех
добродетелях преуспеяния и всем пред сим знаменем Тебе кланяющимся. Знамени, благодатия Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается крестное сие знамение благодати Пресвятаго Духа, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святое воскресение Твое, славим. Силой честного и животворящего креста и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Господи, слава Тебе, Ну давайте, посмотрим.